Вот и осень пришла. Листва пожелтела. Ну, не вся, конечно, но так, сегодня 5 сентября уже. Грибов в лесу полно. Но мы идем за ягодой, за черникой. Поэтому грибы сегодня собираем, только маленькие головки. Ну, надо сосну идти. Там будет сосновый лес идти, там их будет много. Мы-то за черникой идем. Мы маховики не собираем. Лёша, мы собираем. Да? Насколько маленький? А? Насколько маленький? Вон какие грибы-то хорошие, вон там много их. Я имею в виду, что они ядовитые, но они старые уже. Лёша? Так целая поляна их. Кого? Ядовитых? Нет, они хорошие. А ты мне говоришь, что ядовитые? Нет, они, говорю, не ядовитые, но они уже старые, мягкие все. Ну их вон как много там. Я вот эту шляпку вот потрогаю. Ну. Не, подосиновики, тут целые. Ой, как подберезовики. Подберезовики. Какие у нас тут осины? Ну их немного осин. Идем, идем. Сейчас дойдем до черники. Какие красавцы. Ну, возьму только вот этот самый, он еще рядом. Я его беру. Иван-чай уже весь такой. Угу. Осенний. Угу. Листья желтые. А скоро буду ходить, если буду ходить, то ни листьев вообще не будет здесь. Ну, за вороникой. Вороники, конечно, нет. Мы не заедем. Ну, волнушки в этих местах растут. Что закончится? А, горка. Да. А сейчас вверх будем подниматься. Сейчас вверх будем подниматься. Не скажем. Нет. Допустим, если в Хибинах идти, то там вверх проще. Вот обратно спускаться тяжелее. Там нет деревьев. Да. И там спускаться довольно тяжело. Вон волнушка спряталась там. Вот это волнушка? Ну да, что это? А сверху, похоже, не как это сирушка, не волнушка. Так. Все, опять лето. Опять все зеленые. Тут. Папоротник уже весь. Да. Он когда начинает расти, стоит палочка, а на нем шарик. И из этого шарика выкручивается. Угу. Так, вот необычно. Когда смотришь, думаешь, цветок какой-то. Какие у нас густые леса есть. Папоротник. Сейчас идем к чернике. Да нет комаров никаких. Ну как, на меня уже садится. На меня никто не садится. Значит, ты невкусный. Да. Мне это радует. Надо медведям сказать это, если встретятся. Росомахом. Я невкусный. Вон там интереснее. Вверху. А чем? Ну там папоротник тоже, там он желтенький уже.
Мне нравится, как папоротник расти начинает. Сначала шарик просто. Шарик на ветке. И потом шарик распускается. Просто шарик. Когда не знаешь, там трудно понять, что это за цветок. Вон тоже. А что, красиво же? Везде красиво. Не, я имею в виду сопки. Тундра. Когда в тундре, так вообще там. Да сейчас мы дойдем до ягоды. Сейчас насобираем. Осталось немножко, вон. Высота сопки. Вон рябинка шевелится. Почему-то в этом году не цвела рябина в лесу. Здесь? Да. Там большие деревья рябины. Некоторые ягоды собирают рябину в лесу, а в этом году даже цвета не было. Я черника здесь, по-моему, собрал уже 7 литров. Где-то за час. Не знаю даже сколько планировать. Я не один, женщина, которая сама хочет петь. Хочет. Пошла. Она два ведра. Старается набрать. У нее два ведра с собой. Я принесу корку на 24 литра. Можно его набрать. Белый гриб. Такая удача. И раньше собирал, но таких больших. Запах, конечно, изумительный.